Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Верка 17. Сегодня наш выпуск будет посвящен купальникам из Алиэкспресса. Хоть и лето уже закончилось, но я наконец-таки их нашла, я их искала все лето. Они в самом начале лета, я увидела их в приложении Алиэкспресса, что они есть, и бегала, искала по всем Алиэкспрессам. Было везде написано, что они везде есть, прям в каждом Алиэкспрессе, но их нигде нету. В общем, я купила, смогла два купить. Я очень хотела леопардовый, вот такой вот. Такого леопардового не было. И вот такой вот. Если сейчас получится, я вам ставлю фотки, если там еще на сайте остались какие-то были еще расцветки. Мне вот из тех, что были в наличии, приглянулся вот эта вот модель раздельного купальника. Я ее взяла в размере М. Далеко здесь написано 44, 46, ничего себе я взяла. Вот, короче, вот такой вот прикольненький. И также я взяла вот такой вот. Вот именно тут я хотела леопардовый, он есть леопардовый, но леопардового не было. Что я могу сказать? По ткани он очень сильно приятный, у него прям такая очень классная мягкая ткань. Сейчас, естественно, здесь будет где-нибудь вставочка, как я в этом всем выгляжу. Вот. В общем, очень классный купальник, мягкая, приятная ткань. Стоил, по-моему, 249 рублей, это очень классно, потому что на Алиэкспрессе покупают такие вот одноразовые купальники по 500-600 рублей, даже ходить в бассейн зимой в качалке. Вот, но это прям вот супер находка, и главное, сидит классно. Я надеюсь, вот сейчас вы видите, как это выглядит, и прям, ну, вообще очень классно. По поводу этого купальника, что могу сказать, он, в принципе, тоже неплохой. Ну, трусы вообще классные. А вот это достаточно плохо поддерживает грудь, и мне это не очень сильно нравится. Но здесь чашечки, вы видите, вынимаются. Но если их вынуть, они окончательно перестанут что-либо держать. И в этом, конечно же, его большой минус. Так, в принципе, оба купальника нормальные. Это, по-моему, вообще 149 рублей стоит. И за такую цену, ну, как бы вообще нормально ходить в бассейн, где хлорка растворяет ткани, и как бы, ну, просто одноразовые. Я надеюсь, что это еще актуально, что это еще продается в фикс-прайсах. Но вот такое у нас получилось видео. Если вам понравилось, ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!